всю ночь и уже несколько дней наваливает дождь. Мало куда можно подъехать, а куда можно подъехать, дорога все равно. А вот такая вот. Да. Здорово, народ! Сибиряк на 07 с вами. И сегодня в этот прекрасный, хотя и хмурый, сентябрьский денек, благо теплый, выбрался на береговую рыбалку. Береговую, потому что постоянно у нас идут дожди, раз от раза вот эти вот тучи то и дело насыпают по полной программе. С лодки рыбалка, ну, блин, страдания. Некомфортная. С берега хотя бы можно вон в машине спрятаться, дождик переждать, пересидеть, да и ладно. Поэтому пользуемся случаем, ведь береговая рыбалка, она тоже очень интересная и для разнообразия однозначно нужна. Не все же только с лодки плавать. Заодно есть повод попробовать новую береговую палочку в моем арсенале, которая должна, по идее, быть сменой вот этой. Это Маврик джессовский, который я использовал пару лет, обзор на него снимал. А вот новенькая Jigsaw Matoma. Matoma фирма, Jigsaw модель, 2,54 у нее длина, тестовка 7,28. Бланк имеет быстрого струя. И в отличие от Маврика, который у меня до этого применялся очень часто при береговых рыбалках, эта моделька, скажем так, более джиговая. Более джиговая, у нее получше отступ в руку, у нее более информативная. Именно в плане джига вот такая вот более тонкая вершинка. Но похуже, конечно, он немножко работает с вертушками и воблерами, соответственно. Но так как у меня рыбалки в основном все-таки именно джиговые с берега, должно быть самое то. Оснащу его катушкой-трешечкой по Шимано. Полноразмерной, с быстрой передачей. Это 3000 mHg. Эксенс, нитка нарвал Robust 0.5, по факту это что-то около 0.8, если мы переводим на Sunline или YGK с берега под дальний заброс, то что нужно. Теперь нам главное спуститься бы и не уехать по скользкому берегу вниз, потому что для этого здесь все присутствует. Оп. О, спустился. Водичка хорошенько ушла. Обычно она стоит вот там, вот под обрывистым берегом. А сейчас вот какой низкий уровень. Ой, ё-моё. Пока спускался, зацепился за берег. И ручка у катушки нам заморалась. Да, 12 грамм даже немножко многовато. Поперек течения. А против течения должно быть, наверное, неплохо. Да, уровень воды, конечно... То ли уровень воды, конечно, не тот, то ли я уже отвык. Давно, наверное, в этом месте не рыбачил. Но что-то 12-ка прям тяжеловато. Надо, наверное, 8-ку ставить. Против течения вот здесь вот настройки еще ничего, а когда поперек ведешь, прям очень агрессивно, очень быстро получается. Не успел я еще что-то взять у водяного, как он просит дань. Вот какую-то я себе коряшку нашел недалеко от берега. Блин, пенек-то хороший. Но там, видимо, какой-то вот такой корч береговой. Что-то я опрометчиво весьма. Да.
Но однозначный плюс такой мокрой погоды с грязными дорогами, на то, что в этом месте сегодня рыбаков нету. Потому что обычно здесь аншлаг всех видов и мастей: рыболовов, спиннингистов, фидеристов, отдыхающих, кого только здесь нет. А сегодня один я. Да что такое? Там какая-то рыбешка, что ли, стоит мелкая. Ну, какой-то теребонь-теребонь. Или окунь лазит там. Ну что же, первое место не принесло ни единой поклевки, чему, в общем-то, удивлен, потому что тут столько всякого. Ну, в смысле, и условий вот на локальном участке мест, да, и рыба здесь бывает разная, вообще ничего. Поразительно. Проверим еще. Ого! Себе! Ого себе! Осталось вот еще немножко, просто в грунт наступило там. А там все капец. Тут ключи бьют. Из-за них очень мягко. Ну, чтобы настолько мягко, конечно, да. Попробуем тут. Тоже ямочка у нас есть. 6 граммчиков, плюс 3-дюймовый брахвостик, виброорм. По вершинке видно четко. И вес подходящий. Сделал небольшой обеденный перерыв, заехал в лесок и нашел несколько симпатичных белых грибов. Ну, тут оставил только шапочки, в ногах червячки были. Один под березой попался. Вот в паре к той парочке белых, которая уже лежит в холодильнике, ждет своей компании, как раз получится мне жареха. Ребята, я рыбу поймал. Я в шоке, я рыбу поймал. Я в шоке, я хоть где-то эту, блин, рыбу поймал. Рыба-щук, привет. Обалдеть, рыба. Ты чё так долго шла ко мне, рыба? Ой. Какая-то будущая мамашка. Длинная, как торпеда. С большой головой. Ой, рыба, как я тебя долго ждал. Ты не могла раньше-то прийти, а? Вы не представляете, как долго это было. Ух, дать бы тебе пенделя волшебного, да ладно, отпущу тебя так по-хорошему, иди, шнур, 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 слопал на 8 граммах твистерочек, кингтейл, 2,5 дюйма, и все в лучших рыбацких традициях, стоило поймать одну какую-то рыбку, несмотря на то, что я уже фиг знает, сколько времени хожу эту рыбу, ищу, двигаюсь. Просто пришел метров за 300 по песчанику, машина фиг знает, где уже стоит, и только сейчас нашел пятачок интересный. И сразу появилась мотивация ловить рыбу. Вообще, конечно, очень мало стало мест, а именно щучьих у нас здесь с берега. А про судачи я вообще не говорю. Мелко стало на этом куске Аби, куда я приезжаю. Маловато мест. Те, которые поинтереснее, жутко прессуются. А там, где народу поменьше, ну вот, меляки, песчаники. И они мелкие. То есть мало таких мест, что прям с перспективой на какую-то хорошую рыбу с берега. Ну, видимо, здесь 1,3 метра глубины должно быть, потому что 8 граммов уверенно идет. С нормальной паузой. Джиговой. При том, что здесь течение практически отсутствует, слабенькое совсем. Тут затишочек такой. Там вот еще один есть выступ берега, и он каменный. Вот, образуется струйка, отбойничек, надо его проверить. Никто и не говорил, что береговая рыбалка — это просто
Так, тут вроде тропа. Но, увы, тут мелко. Быстро мелкое и жесткое дно. Тут у нас, опять же, какие-то, блин, больше судаковые места. Может быть, кто-нибудь на кремка и прицепится. Возле желтой красивой лодочки покидаем. Тут у нас мель, а там дальше прям видно такой обвал, свал, коса идет поперечная. Посмотрим, что здесь. На самом деле, на сегодня это финальное перспективное место. Если не здесь, то уже нигде. Так, ну глубина вроде присутствует. Проверяю сначала поближе зону, дальние забросы не делаю, выпрыгивая из штанов, что называется. Может, здесь под берегом какая рыбка есть. А вон подлещик в толще воды плавает, я отсюда вижу его. Кормовая рыба присутствует, вопрос, есть ли щучка. Опа, поклевка была. Вот тут кто-то у меня кусал недалеко от берега. Че, восьмерочки много? Быстро идет, что ли? Да, была атака. Погнула поводок немножко, содрала хвост. Кто-то кусал, хвост порезала. Опять ударило. Да что такое? Больше. Опять содрало хвост. За хвост. Опять поклевка. Да ты что делаешь-то? Я не понять не могу. Как ты это делаешь? И кто ты это делаешь? Хорош издеваться. Бессовестная рыба. Итак, день. Сложный. Малорыбный. Еще тут какой-то единственный жук сидит. Зубастый. Хвостастый. И никак не попасться не может. А я уже 6 грамм поставил. Приманочку... тоже 3-дюймовую примерно. Ладно, я думаю, вес поменьше, может, попадет. Нет, опять удар мимо. Да что такое? Что это? Делаем ставки, господа. Я что-то не понимаю, рыба это или хлам? Есть подозрение, что это судак, который в паузу прилип. А, и мое подозрение оправдалось. Это действительно судачок. Это судачок. Ну, давай, дурачок, убегай. Поролонка. 14 граммчиков. Решил подальше покидать тут под берегом. Не глубоко, наверное, 2.5 метра от силы. Вот, если 6 граммов так с трудом идет. А там вот метров, наверное, за 30 от меня уже начинается явно поглубже канавка. И вот 14 грамм туда с поролонкой долетают.
И он оттуда прикрутился на приманку, буквально в смысле слова. Без поклевки, просто на очередной подмотке подвис. И все. О! Разнообразие рыбное. Еще одна трофейная у нас голова. Давай, малыш, расти большой, не будь лапшой, не попадайся. С переката клюнул. Решила прогуляться еще вот туда вот по камешкам на заходе солнышка. Есть перекат обширный. Надо же, надо же, окунь. Даже окунь неплохой. О как. О как, ребят, окушок. Окушок мой сладкий. На поппер попался. Они здесь булькают, мальков гоняют. Ну, думаю, да, и покидаю. Перед отходом домой. И он слопал. Слопал нашего поппера. Давай. Расти большой, не будь лапшой. Какой у нас сегодня разноплановый день. Мы поймали на вертушку, мы поймали на силикон, мы поймали на поролон и мы поймали на поппер. Только на вобер не поймали. Так, а ты что ж делаешь-то, а? Зачем пугать-то так? Ночные попперные, блин, щуки. Или кто вы? Опять промах. Ну понятно, это, короче, шнурки. Ну что, ребят, время 8 часов. Солнышко начинает клониться к закату. 8:30, по-моему, на заход солнца. Или 8 уже. Из-за тучек не видно, ну то есть уже прям темно становится. Вот такая рыбалка. В отрицательной рыбалке тоже есть своя польза, потому что ты делаешь выводы о том, куда не нужно ехать, когда не нужно ехать, да, и на что не нужно ловить. Ну, то есть ты набираешь и как положительный багаж, да, ловя рыбу, так и негативный багаж для того, чтобы исключать неправильные моменты тогда, когда у тебя происходят, ну, такие пустые полупролетные рыбалки, как вот сегодня, можно сказать. Давно хотел здесь побродить, полазить по всем этим местечкам. Но, как выяснилось, места красивые, глазам нравятся. У рыбы на это свой счет, как говорится. Опа. Не в курсе она, что надо клевать. Надеюсь, вам тоже понравилось это, наверное, скучное видео. Всем счастливо, ребят. Всем пока. Ну, чтобы не было обидно для тех, кто постоянно говорит, типа, а чего ты каждую рыбалку ловишь? Да нет, ребят, не каждую, просто я такие обычно не показываю. Все, пока.